Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В начале концерта хотелось бы выразить огромную искреннюю благодарность Лизе за вот это произведение искусства. Я думаю, что сегодня весь наш концерт пройдет под знаком твоего удивительного творчества. You suck with me, hey.
should put on your morning gown. Bring me my nightshirt and put on your morning gown. Guy, I know we sleep there, but I just feel like lying down here. Спасибо огромное. Коля говорит, басца чуть-чуть, басца. Хорошее слово. А мне гитарёшки, говорит. Да, да, и так бывает. Конец прошлой недели мы провели в волшебном месте в Подмосковье, урочище Волховка, в городе Ногинске. Там был большой фестиваль. Мы там зажигали в огромном количестве, здесь сейчас присутствует огромное количество людей, которые там активно впахивали для того, чтобы мы могли сыграть. Молодцы, да. Молодцы! Молодцы! Спасибо вам! Концерт вот такой получился. Постфестивальный! Иван, ты видел, что в Фейсбуке Алла Боссарт, великолепная жена поэта Иртенева, назвала тебя самым лучшим бас-гитаристом России. Наверное, слыхал, как я играл на прошлом The Faces группы, немного нервно. Не уверен. Мне кажется, она просто путает бас-гитар и электрогитару. В любом случае, оговорка характерна. Ну что же, давайте тогда продолжим, так сказать, линию баса. Много группов, да? Ну, ничего страшного. Давайте с ним с умом сыграем. Да! Нашу давай. Да. What I have is war.
understood. На хаммонд-органе играет Николай Добкин! Thank you.
Следующая песня авторства великого гитариста Джимми Хендриксона, портрет которого вы наверняка найдете где-нибудь на стене нашего заведения или другого заведения. Или не наш. Наверняка найдете. Thank you.
Спасибо. Thank you.
Thank you.
snake hide. Got a brand new chimney made on top, made out of human skull. Now, come on, baby, take a walk with me and tell me who do you love? Who do you love?
давайте сыграем грустную песню про то, как друзья предают друзей. Никогда не... Не к месту. Да никогда не поздно. Мы ее просто не выучили пока, да? Репетировали, но не выучили. Окей, work song, и на этом первое отделение подойдет к концу неожиданно. Serving me turn. I'm breaking rocks out here on the chain gun. Cause they turn convicted me of crime. Oh, stay right there while I eat it. And I reckon I'm gonna get it. Been working and working, but I still got so terribly fatigued. Well, I committed crime, Lord, I need it. Crappy and hungry and poor. Grocery store man bleeding when they caught me robbing the store. Whoa, hold it steady right there while I eat it. And I reckon I'm gonna get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Well, I had the judge say 5 years on the chain gun, you gonna go. I heard the judge say 5 years. My mother scream, Lord, you know, oh, oh. Stay right there while I heat it. And I reckon I'm gonna get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Shady, cause I'm sharp hearted this time. Oh, hold it steady right there while I heat it. And I reckon I'm gonna get.
расти. I got so terribly far to go. Спасибо огромное. Мы продолжим после небольшого перерыва. Я сделал небольшое открытие. Пока исчезал со сцены, в нашей волшебной гитаре очень мало денег. Поэтому я сейчас буду у вас... А это Соник очень плохо. Да-да, я сейчас буду клянчить их у вас. Я возьму эту волшебную гитару и буду приставать к каждому. Отдайте мне все. А если найду, и так далее. Thank you.
Forever, wait, don't find the next whiskey bar. I tell you.
Следующий наш концерт будет в воскресенье рядом с Воскресенским ДК «Химик». Приезжайте обязательно, это удивительное место, удивительный город, удивительный день недели. Thank you.
Иван Жук, соло-гитара. Прекрасной ночи, наш концерт неожиданно подошел к концу. Спасибо огромное, для вас играла группа «Станция Мир» в составе Иван Жук, соло-гитара, Роман Гринев, бас-гитара, Николай Добкин, Хаман Тарган, Гарик Багдагелян, барабаны. Меня зовут Вовка Кожакин. Ходите на концерты. Это вообще единственное, ради чего мы играем музыку. Вы ходите на концерты. Это как бы изначально. По просьбе постоянного посетителя нашего концерта Лизы мы споем песню Redemption Song. Мы ни разу не играли ее. Я не знаю, что получится. The sounds of freedom.
Спасибо огромное. На этом концерт совершенно точно подошел к концу. Сейчас будем думать, кому продать вот этот удивительный объект искусства.